Ты ей всецело предан. Я восхищен. Правда. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Давай! Прошу, прошу, не надо! Не слушай его! Я всего лишь делал то, во что верил. Обыскать тюрьму. Убить всех. Прости. Надо было убить его. Но он был безоружен, я не смог. Ты не обязан. Прости, что втянула тебя в это дело. Думал угнаться за тобой. Они идут. Мы окружены. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. У нас мало времени. Запри дверь. Приказано ее убить. Мы почти на месте. Лара, я знаю, что тебе нравится читать журналы по археологии, и очень хочу попросить тебя, если встретишь нелестные упоминания обо мне, не обращай внимания. Некоторые просто не понимают, чем я здесь занимаюсь. Быть может, это их даже пугает, но их страхи и их глупость не моя забота и не твоя. Я все тебе объясню, когда придет время, милая. Эти напуганные люди. Это был Орден Троицы. Ты так и не объяснил. Наверное, теперь это уже не важно. Они и до меня добрались. Теперь мне придется с ними разбираться. Цель пока не вижу. Жду дальнейших приказов. Удерживать позицию и быть наготове. Она опасна. Вас понял. Докладываю, мы заняли позицию, видим цель. Придется с ними разделаться. Подтверждаю, цель обнаружена. Она здесь! Оружие к бою! Прикончить ее! Черт!
Повторяю, видим цель. Группа 4, присоединяйтесь к главному отряду. С этим мы разберемся. Вас понял. Все в бой! Ложись! Фу ты! Что, черт возьми, происходит? Что случилось? Она просто исчезла. Вокруг враги. Надо быть осторожней. Выжидай. Пусть сами к тебе подойдут. Боже, только не это. Иона! Иона! Лара. Я здесь. Лара, послушай. Не двигайся. Если мне не суждено выжить... Не смей так говорить. Да ты слушай. Перестань винить себя во всем. Каждый из нас делает свой выбор. Ему недолго осталось. Нет, он должен жить. Мы ему поможем. Как? Надо доставить его в обсерваторию, к Якову. Только Яков может спасти Иону. Нужно доставить его в обсерваторию.
Яков, он умирает. Позволь мне помочь ему. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя, справа руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, будет охранять тебя отныне и вовек. Прижимай рану. Подготовь его. Яков, в тебя же стреляли. Так это ты? Я права? Бессмертный пророк. Я чувствую боль. Меня можно ранить. Я тоже человек. Только не умираю. А святой источник? Я нашел его давным-давно. Он существует и таит великую силу. Только он не святой. Так ты им лгал? Целыми поколениями? Я и сам тому не рад. Но это было для их же блага. Однажды я применил источник, чтобы наделить своих воинов долголетием. Ужасная ошибка. Так это их я видела в архиве. Когда враги подступили к Китежу, бессмертные обрушили на город лед с горы. Погибли тысячи людей. Они пошли на злодеяние. Ради власти. Троица поступит так же. Но в гораздо больших масштабах. Ты не такой. Ты бы никогда не причинил вред своему народу. Как ты не понимаешь, все это моих рук дело. Этому надо положить конец. Отец, они приближаются. Они силой пробьются сквозь лед. Значит, мы проиграли. Нет. Должен быть способ остановить их. Яков, на карте был показан тайный вход в город. Путь бессмертных. Он слишком опасен. У нас мало времени. Сейчас не время опускать руки. Если задержим Троицу, у нас будет шанс. Я соберу бойцов, и мы встретим их на льду. Что ж, время пришло. Пора открыть путь. Как будешь готова, знай, что путь лежит под обсерваторией. Я попробую спасти твоего друга.
Мне нужно немного передохнуть. Это место... Китиш, Яков, бессмертные. Я так долго и так быстро бежала, что даже не успела осознать, что все это реально. Я не до конца могу в это поверить. Но я знаю, что Яков говорил правду. То, что сделало его таким, находится здесь. И я должна найти это раньше Ордена. Если бы только папа был жив и узнал об этом открытии. Поразительно. Яков, я иду в город. Что меня там ждет? Наши не спускались туда уже несколько столетий. С тех пор... замуровали вход. Но там должно быть безопасно. По крайней мере, пока не минуешь планетарий. Он был частью обсерватории? Да, его пос... были мои астрономы. До того, как бессмертные погребли старый город подо льдом. Он откроет тебе вход в Китиш. Невероятно. Посмотрим, как работает эта штука. Нужно найти правильное положение.
Закрыто. Нужно как-то отключить механизм.